Около 200 представителей общественных объединений организации Одессы собрались под стенами Одесской областной государственной администрации. Цель собрания – желание познакомиться с новым губернатором и наладить с ним диалог. Патриоты намерены принимать активное участие во всех реформах, которые собирается осуществить в нашем регионе Михаил Саакашвили. Одесса, 10 утра. У стен Одесской областной государственной администрации начинают собираться люди. Первыми прибыли представители РГБ. Именно эта организация анонсировала накануне вечером в социальных сетях свой поход под стены ОГА и призвала всех остальных к ним присоединиться. Правда, чуть позже выяснилось, что инициатива провести это мероприятие принадлежит отнюдь не РГБшникам. Решение о встрече принималось коллегиально на Координационном совете патриотических организаций. Думали все, а придумали в РГБ. В результате получилось не совсем красиво. Возможно, таким образом эта организованная группа пытается обелить свою не слишком хорошую репутацию. Как известно, лидеры РГБ, тот же Марк Гордиенко, так тесно сотрудничали со снятым с должности Палицы, что немножко запачкались. С учетом того, что экс-руководитель области, представитель сил, страшно ненавидящих нового губернатора, то такая непреодолимая симпатия к последнему со стороны некоторых представителей РГБ выглядит как-то неестественно. Иногда хочется сказать без комментариев. Вот не могу я прокомментировать очень многие вещи наших бывших майдановцев. Есть люди, вот, горячо поверившие в новое будущее Украины, и для них уже ничего не может застить этого. Вот. А есть люди, которые в процессе, да, горячо поверившие, ринувшиеся в бой, а потом вдруг они увидели нишку, а вот тут можно подкушать, а там можно что-то ухватить. Разумеется, наша телекомпания попыталась получить комментарий на этот счет из уст самого Марка Гордиенко, но тот и от вопроса, и от ответа ушел, вернее, даже сбежал. О боже, круг? Не знаю, в прямом эфире только с вами буду говорить. Вы же что-то скажете, потом что-то вырежете. То есть вы не ответите? Нет. Тем временем к стенам администрации подошли самооборона и правый сектор, активисты Евромайдана и общественных организаций. Все как бы единым фронтом хотят продемонстрировать желание сотрудничать, найти общие точки и заявить о том, что каждая из организаций делает свое важное дело по развитию патриотических сил в нашем регионе. При этом патриоты подчеркивают, все то, что происходило под стенами ОГА, не митинг, не демонстрация силы новому губернатору. Это скорее показатель того, насколько серьезную поддержку в проведении реформ готовы оказать Михаилу Саакашвили представители всех патриотических сил Одессы. Наша задача, как самые активные движущие силы в регионе, способствовать проведению этих реформ. И не только, чтобы менялась власть, не только, чтобы менялись властные институты, но и также, чтобы менялось общество. Патриотичні сили Одещини вже більше, ніж рік, вирішують багато проблем, як в місті, так і в регіоні самостійно. Ми знаємо слабкі місця в нашому регіоні. Ми знаємо багатьох корупціонерів, які повинні сидіти не в кабінетах влади, а за ґратами. Нужно отдать должное, Михаил Саакашвили не только вышел на встречу с людьми, но и пошел им навстречу. Отменив на время пропускную систему, губернатор пригласил всех буквально к себе для более серьезного разговора.